Ну что, моя сестренка таки это сделала. День свадьбы назначен. Большое событие. И, как всегда в нашей жизни, большие неприятности. А для меня еще и большой перелом в личном. Можно сказать, что мы расстались с Крис. Хотя, наверное, никогда толком и не были вместе. И когда нас с Аленой уже ничего не сдерживало, вмешался, кто бы вы думали? Именно! Володя! Так, Володенька, давай-ка еще разок. Ну, что еще разок-то, ну? Ну, приходил ко мне Роман Андреевич, депутат наш. Так, депутат, и? Ну, что и? Ну, сказал, что это ресторан его конкурент, его надо закрыть. Ну, в общем, пообещал мне, что замолвит там словечко, и, может, меня вернут. И ты решил кого-то грохнуть, да? Боже мой. Да не надо, боже мой, ну, Измайлов, ну, что ты в самом деле? Ну кто я, по-твоему? Я этот трупак в морге купил и расстрелял его здесь. Из левого пистолета. Володя, я даже не знаю, что хуже. А ты, кстати, откуда здесь? Я? Да. Музыку слышишь? Да. Это свадьба моей сестры. Ой, мать моя, господи. Это проклятие. Это как есть проклятие, сука. Где же я не там свернул-то? Так, надо что-то делать. Слушай, как ты его допер-то один, а? И... Все, валим на место, полтора вызвали! Вот так и допер. Риша? Все, вам пиздец. Здорово, Риша! Алло! Вот ты где? Я тебя, блин, везде ищу. Гости уже полчаса ждут, когда ты тост скажешь. А вы что здесь делаете? Гринь? Володя? Здравствуйте, Вероника. Поздравляю вас. Спасибо. Ник тут такое делает. Только не говори, что и на моей свадьбе все пойдет через одно место. Да, к сожалению. Ты пропалила сюрприз. И... Какой сюрприз? Да, понимаешь, я пригласил вот Володьку и ребят. Они придумали очень прикольное поздравление. Вот Алена как худрук, понимаешь? Они? Да, они, ну, мы. Полицейский хор. Границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох. Он разложился на плесени, на липовый мед. А перестройка все идет и идет по плану. А вся грязь превратилась в голый лед. И все идет по плану. Это твоя любимая песня? Нет. Может, твоя? Нет. Надо их подержать, что ли? Люблю, но не настолько, чтобы подпевать. Давай потанцуем. Медляк под гражданскую оборону. Ты же хотел особенную свадьбу. Я могу поспорить, такого ни у кого не было. Мухич! И все идет по плану! Все идет по плану! О моей судьбе захотелось на покой. Я обещал ей не участвовать в военной игре. А на фуражке на моей слепый молодый звезда. Как это трогательно, свет и молодый. Можно сказать пару слов братишке?
Сегодня для меня такой очень важный день. Из присутствующих здесь, кроме Ники, меня таким никто не видел. Просто Ника для меня очень, что значит очень, самый родной человек. И, вы там сегодня говорили какие-то там обещания, клятвы. Я хотел бы рассказать про обещания. Мне 19 лет, Нике 12. Годовщина смерти родителей. В общем, я нажираюсь просто в лоскуты. Ну, потом сажусь за руль, доехал до набережной. Захотелось просто там, знаете, на воду поорать. Потом разбил полмашины, кое-как доехал до дома, захожу на кухню. Там ужин стоит. Все как-то уютно, накрыто, там свечки как, какие-то сгорели, какие-то догорают. Светает уже. Я так встал и просто оцепенел, потому что смотрю в креслице, просто как комочек сжалась, маленькая такая лежит. Я так подсел к ней и говорю, аккуратненько. Ника, Ника, ты что здесь спишь? Она глазки открыла, смотрит на меня так, улыбается и говорит, Грини. Она меня Грини называет. Привет. Я говорю, привет. А самому стыдно, просто перегаром за километром. Она говорит, я тебе ужин приготовил. Потом говорит, ну, он остыл, но я сейчас... Я сейчас все погрею, и она начинает там разогревать. Говорит, ты садись, ну, там, за стол. И я, ну, там, сажусь за стол. Говорит, Гринь, слушай, у меня такое чувство, будто... Меня обманули, и как будто все и все против меня. А я сижу, у меня слезы капают прям макароны. Я все думаю, какой сильный человечек. А сам голову не могу поднять. Она говорит, Гриня, у тебя так же? Я говорю, ну, киваю, да. Да, говорю, так же. Поднимает так голову мою аккуратненько и говорит, Гриня, я тебе обещаю. Обещаю, я всегда буду за тебя. Да, точно. И она ни разу не нарушила свое обещание. И я знаю на 100%, что что бы я ни сделал, что бы со мной ни было, она всегда будет за меня. А, Костян, сегодня она пообещала тебе. И поверь, она тебя не обманет. Как так? Кто крикнет горько, разобьет хлебальник. Прости, реально подвешивает. Чё ты как тёлка? Слушай, старик, я все понимаю, но этот ресторан, ну, скажем так, имеет отношение к префекту, и нам надо проверить. Да, ребят, я говорю, свадьба. Там наших полный рестик.
замуж выходит, сестра Начи без спутника с куголовки. Звонили про труп. Убийство. Вызов зафиксирован. Если мы сейчас дадим отбой, и потом, не дай бог, что, ну, нас всех уволят. Здорово, брат, что за дела? Все нормально. Ребят, все отлично. Дурканул кто-то в пену. Только что по рации сказали проверить весь ресторан. Товарищ майор, поймите нас. Слушайте, я Начо Перов. Хотите, позову Начо всего отдела, не вопрос. Да я понимаю, но это не ваша земля. Если хотите, мы вызовем сюда свое начальство. Вот если вы с ними договоритесь, то ради бога. Не, не надо. Что происходит? Зачем вам ресторан проверять? Труп. Труп? Костян, ну это прикол старый, ну чё. Короче, мужики, я все понял, а дайте 5 минут. Все народу скажу, чтобы не испугались, да? Ага. Спасибо. Санечка, угу, давай. Костян, пойдем. Ну что там, Гриш? Зови Яковлева быстро. Гриш. Костян. Самое главное, чтобы Ника ничего не поняла и ничего не узнала. Нельзя испортить ее свадьбу. Не факт, что у нее будет еще. Да блин. Прости, я работаю над собой. Костян. Ты знаешь, да, как девочки к этому ко всему относятся? Да, мальчики тоже хотят нормальную свадьбу. Прости, братан, но не судьба. На кухне реально трупак с прострельной башкой. Какой нахрен трупак? Тихо ты, не лари. Он уже был мертвый, когда в него стреляли. Это бомж, которого прикупили для дела, понимаешь? Это розыгрыш. Это какой-то этот квест реальности. Какой нахер квест реальности? Трупак на кухне. Дима, ну чё там? Да плохо дело, Володь. Два экипажа. Будешь манать. Рестик-то префектовский. Твою мать. Так, ладно, попробуем его вынести через кухню, как и вносили. У заднего входа еще одна машина пепсов. Все. Все, сука, обложили. Все, нас посадят всех. Всех. Всех посадят. Я не хочу. Я не хочу на зону, ребята, не хочу. Я красивый, меня захотят отдать. Товарищ подполковник, хватит паниковать, возьмите себя в руки. Значит так, вынесем его вместе со всеми. Одного пропалят, а вот если выйдут все, в толпе никто не заметит. И как все выйдут? Костян, идешь сейчас к Нике и говоришь ей, мы переезжаем. Это такой план-сюрприз. А пока мы все переезжаем, ты едешь с ней. Ты едешь с ней. Воробьёвы горы. Володь, хорош хуйню, Володь, какие горы? Иди делом займись. Костян, вот есть какое-то, ну вот с ней место особенное? Не знаю никакого особенного места. Когда, Костян? Слушай, ты говорил, вы там познакомились с ДТП, она подалась с каким-то мужиком, ты ее повязал, где? Ну да, на набережной. Вот и прекрасно, туда езжай. Приедешь, скажешь, Ника, дорогая, вот мой сюрприз. Это памятное место моему сердцу. Я его не забуду никогда в своей жизни. Я бы хотел сфотографироваться здесь в день нашей свадьбы. Ты серьезно? Там просто дорога. Абсолютно серьезно, Костян. Послушай, Ника на самом деле романтик. Вероника. Поверь мне. Ты сам должен такие штуки видеть и замечать. Но в силу обстоятельств я делаю тебе подсказку. Да? Погнали. Вы куда пропали? Ника, крошка, у Кости для тебя сюрприз. Ну что там? Плохи дела. Ваша кафешка закрыта уже? Ну да, конечно. Блин, другого все равно не найдем варианта. Значит так, звони Крис. Срочно вызывайте всех. Открывайте, украшайте все за продуктами в ночные супермаркеты. Бухло забирайте отсюда, понятно? Да, у нас там кое-что есть. А что? Хотя, поняла, лучше просто делать. Именно, красотка. Давай. Все, стоит, все. Это, блин, что за дурацкий колпак, а? Потому что у него дырка в башке. Да что ты?
А откуда она там взялась? Отправляйся в ад. Сам отправляйся. Володя, я вот такого еще никогда не исполнял. Да это из-за тебя все. Из-за меня? Из-за тебя. Из-за кого же еще? Я ради Барвихи вот это вот все делаю, чтобы нас вернули. Вам понятно, конечно, ради Барвихи, да. Да ты вообще понимаешь то, что ты сделал? Ты же здесь, ты его сможешь хватить, а? Я гильзу не могу одну найти. Как я... Может, она... Сейчас. Блин, можешь ему глаза открыть, а? Ты издеваешься, что ли, Измайлов? О, есть мысль лучше. Ну вот. На живого похож. За бухого сойдет. Володь, ты когда напьешься, еще хуже выглядишь. Нашел. Молодец, пятерка. Потащили. Садитесь, она знает, куда ехать. А, синенькая машинка, за ней езжайте. Так, а вы уже все. А вы подождите, пока там такси сейчас приедет за вами-то. Что происходит? А? Так, понимаешь, в чем дело, Ник? Мы с Костиком очень хотим сделать твою свадьбу незабываемой, понимаешь? Что-то настораживает. Что за переезд? Сюрприз. Какой нахрен сюрприз? Знаешь, я ненавижу сюрпризы. Говори, как есть. Ник, ну как я тебе могу сказать? Ты что, шутишь надо мной? Что происходит? Скажи, пожалуйста. Ничего не происходит. Просто расслабься, получай удовольствие от происходящего и... Боже, как он нажрался. Да, да. Живой вообще? А кто это? Я даже не знаю, кто так, это. Так родственник Костян. Как зовут ты его, а? Алешенька, троюродный. Алешенька, троюродный брат, просто в щи ушел, начал буянить. Ребятки его успокоили. Ну, спит сейчас, да. Сюрприз. Ник, ну... Зачем? Ну, неинтересно же будет, правда? А если ты не расскажешь, я никуда не поеду. Звезда. Что? Ну, сценическая. Ну, как певец. Ну, не совсем певец, он как бы такой чел нереальный, такую программу специально для тебя зафигачит. Окей, окей. А зачем переезжать? Так а у Костян еще там какие-то свои штучки, да, есть? Ник, правда. Менты? Ника, ну это же эскорт сопровождение. Ну, с мигалочками, музончик ключить. Ник, мне со мной все равно, просто я переживаю, чтобы все сошлось, петелька, крючочек, понимаешь? Давайте, 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 давайте. Ну не торопясь. Так покайфуйте хорошенько, чтобы все было нормально. Ну что, мужики? Проверяйте ресторан, пожалуйста, никаких табаков там нет. Удачи. Короче, родной, проверит без тебя. Сопровождаешь в лимузин и люстру не вырубаешь, ясно? Чего? На. Есть сопровождать лимузин. Отлично. Да. Ник, здорово. Ты в Москве? Умоляю, скажи, что ты в Москве. Я в Москве. Слава яйцам. А что случилось-то? Ник, нужно выступить на свадьбе моей сестры. Жесткий рупачок на свадьбе? Да легко. А когда? Прямо сейчас. Вот сегодня ночью. Сейчас? Я спать уже собрался. Ник, старик, на том свете отоспимся. Я тебе все потом объясню. Сейчас скоро за тобой заеду. Это очень-очень важно. Ну, важно так важно. Я собираюсь, давайте. Белая, пожалуйста, принеси. Оль, договоритесь, ладно, белая, не вино. Макс, Макс. Сделай попить, пожалуйста. Стаканчик просто налей воды. Кристина, спасибо, что всех собрала. Просто супер. Ты чего так рано ушла? У меня голова заболела. С Гришей поссорилась, что ли? Ты ничего не поняла?
В смысле? Что? Скажи, что ты сейчас шутишь. Стала бы я этим шутить. Почему ты мне раньше не сказала? Ну, почему ты раньше не поняла? Нет, 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 нет. Нет, подожди. Алена. Я не хочу так. Пожалуйста, прекрати. Не нужно делать проблему там, где ее нет. Все хорошо. Что хорошего, Кристин? Вы были вместе и расстались из-за меня. Ну, прекрати, ты с ума-то не сходи. Мы не расставались из-за тебя. Мы, на самом деле, и не были вместе. Я была еще одной его сестрой. Как говорится, сердцу не прикажешь. Насколько персон готовить, Алена Викторовна? Что? Насколько персон готовить? Человек 20, да? Да, Кристина? Да, так, ну, чуть больше. 25, может быть. Хорошо. Почему мне никто из вас ничего не сказал? Ты не спрашивала? Мы подумали, что столько всего у всех произошло, что лучше будет спокойно. Я испугалась потерять подругу, если честно. Гриша, кстати, хотела сказать. Ален. Ален, ну прекрати. Ну ты чего? Ну это вообще не дело. Ты что? Ну-ка, харе, встань. Ну-ка, встань. Встань. Посмотри на меня. Улыбайся. Гриша. Меня никогда не любил. Я догадываюсь, почему он это сделал. Почему? Ну, как ты думаешь, какова основная причина того, что я завязала с... Как ты это назвала? Вспомни, ну, Алена, ну как ты это назвала? Проститутничество. Проститутничество. Кто у нас считает себя вершителем всех судеб? Кто должен открыть всем глаза? Сделать все красиво, конечно, Гриша. И, естественно, он поставил условием завязать. Ну, не знаю, хорошее это его качество или плохое, но одно известно точно. Это он. А ты... Что? Ну... Я теперь, конечно, вернусь обратно. Ну, Алена, ну, конечно, нет. Все, нет. Это ошибка молодости, так сказать. Теперь у меня бизнес. Да, да, бизнес. Только ты не бросай, пожалуйста. Нет? Аленочка, что ж ты такая серьезная-то? Все, проехали. Мы проехали. Мы живем дальше. Да. С пониманием того, что мы не можем друг без друга. Все трое. Ребят, 10 минут осталось. Я вам сразу сказала, у нас времени вообще нет. У меня... Вот почему у меня здесь корзины стоят и фрукты? Пожалуйста, это сейчас нужно все сделать. И вино белое. Ник! Старина, спасибо, что ты есть. У тебя все непросто, да, Сулин? Да, садись, я тебе сейчас все расскажу. Давай. Знакомься, это Володя, мой начальник. Очень приятно, здравствуйте. Да, это вот Олег. Приятно. А это Алешка. Никита. Да, ты что ли? Вообще в говно. Да. Мерзвый просто. Ну что, погнали! Thank you.
реально эскорт пригнал, думала, шутит. Да, он может. Костя, о чем мы вообще здесь тормознули? Ты еще не поняла? Нет, боюсь представить. Ну, давай, думай. Я подожду. Блин, это то самое место, ты его запомнил. Еще бы. Пойдем, кажется. Смотри, там стоял твой мотик. Этот мужик там его пнул, ты так разозлилась, плюнула в него и погнала его за паркомат. Он пытался прятаться. Да, только был слишком жирный для этого. Конечно, поэтому ты камень в него кинула, да? Да, и прям в бух попала. У тебя точно получилось. Здесь остановилась моя машина, я пошел вас разнимать. Этот дебил начал за мной прятаться. Что, это была любовь с первого взгляда? В смысле? Ник, после первого взгляда что ты мне сказала? Привет, красавчик. Да, если бы. Нет. Что? Ты мне типа, что уставился, мусор, что ли? Ну ладно, мой косяк. Но когда ты писала объяснительную, я уже влюбился. Ладно, прощаю. Давай сфоткаемся на память. Могу заплакать. Гриш правду сказал, ты романтик в душе. Так и знала, что он меня сдаст. Больно? Слушай, Мус, братан, сфоткай нас. Здесь тоже ничего, парни. А, ну отлично. Реально, придур какой-то звонил, а мы шуганули свадьбу. Как бы нам потом от этих не прилетело? Да они свои, надеюсь, поймут. А мы что? Нам приказали, мы выполняем. Ну да. А здесь что? Закрыто. Подсобка какая-то. Там, наверное, ведра, швабры. Откроем? Где там менеджер? Он в кабинете. И лучше не надо. Он и так в бешенстве, клиента недоволен. Не, я не буду его трогать. А почему мы со всеми вместе-то не ушли? Не знаю. Мне показалась классная идея. Никогда в жизни я бы с тобой ни в одной подсобке и на первом свидании не заперлась. Ой, не заперла. Не заперла. Если бы... Шмар какой. Ну, если бы не выпила. Это очень хорошо. Тебе надо больше пить. Ужас. Ушли. А что теперь? Мы что, теперь здесь одни? Нет, еще менеджер. Да, Виктор Иванович. А вот и он. Ну что, все перешерстили? Они гости не захотели оставаться. Ушли. Игорь Валерьевич. Осторожно. Ну что? Игорь Валерьевич. Да откуда я знаю? Обиделись. Нет, денег не просили возвращать. Но я всех отпустил. Что теперь? Ладно, закрываю. Вот, теперь мы точно одни. Только нас еще и заперли. Обалдеть. Возбуждает, да? Извини. Ну, вообще-то да. А ты у меня развратная училка, да? Перегибаешь. Виноват. Куда приехали? Вынуждена остановка, брат. Сейчас Леху до дома подкинем и двигаем на праздник. Давай, Леха, иди сюда. Оп. О, Леха. Пока, Лех. Пока, Никита. Оп. Это ж морг. Да. Он что, в морге живет? Я не могу. Мне всегда стыдно такое людям говорить. Можешь ты, пожалуйста? Это же
Ник, ты, ладно, не расстраивайся. Он... Быстрее. Леха холодный. В смысле холодный? Он заболел, что ли? Не совсем. Скорее даже он никогда вообще больше не заболеет ничем. Леха наш трупак. Но мы его все равно любим. Да, у всех свои недостатки. Понесли. Никит, ну ты помнишь, Измаил знак качества. Все будет хорошо. Что ты хочешь сделать, Володя? Возврат покупки. Да что ты? Может, у тебя и чек есть? Палыч, ну имей совесть. Ну куда я его дену? О возврате речи не шло. Все пошло не так. А что он у тебя в праздничной одежде вообще? Ну, он праздновал. Палыч, ну вырази, ну мы 15 лет с тобой знакомы. Ну, пожалуйста, ну я прошу тебя. Это что вообще? Да ничего, ну мелочи. Мелочи? Это пулевое ранение. Ну, что ты орешь? Что ты орешь? Что? Что ему будет, что он умрет? Ну ты испортил его. И что, тебе картины с него писать? Ну заканчивай, я тебя прошу. Хорошо. Ладно. Но только по дружбе. Спасибо. Я его возьму назад. Спасибо. Но деньги я тебе не верну. Спасибо. А вообще-то по закону о защите прав потребителей в первые две недели товар же можно вернуть. Ты сейчас серьезно вообще? Половину. Володь, не доводи до греха. Хотя кому я это говорю? Четверть! Серьезно? А ты думаешь, я шучу, что ли? Я захожу на кухню. Причем с девчонкой. У нас там все хорошо, понимаешь? Ты, кстати, замутился за телочкой красавчик. Олег, я попросил бы не выражаться в таком тоне о девушке, которую я люблю. Ясно тебе, я спрашиваю? Только что скрестили шпаги. Чего? Ну, в смысле, твой член прикоснулся к моему. Ты дурак, что ли? Ну, как бы. Короче. Аленка классная девка. Я давно хотел затащить куда-нибудь, ну, но это по любви. Ой. Это не тот случай, когда я, например, твою жену, прости, брат. Еще они труп расстреляли? Вот еще раз вот напомню. Да, они расстреляли труп и вызвали ментов. Вот тебе смешно. А мне пришлось все это разруливать в день свадьбы моей сестры. Понимаешь? Вот как будто мне заняться больше нечем. Все идет по плану. Олег, я тебя умоляю, а? Все, ладно, я молчу. Где этот киллер-то, а, лысый? Опаздываем уже. Ну, все, черти, погнали! Извините, молодой человек, это я не вам. Is a game, and every night I say your name, hoping that you'll answer. 'Cause I'm going insane. It's quite a long time ago. You brought me out of control, hungry for your love and life. I know what that might be. From Paris to Berlin, in every disco I get in, my heart is pumping for love, pumping for love. 'Cause when I'm thinking. Огонь! Жара! Огонь! Ай-яй-яй! Беда, беда! Я подышу! Стой, это смех! Откуда здесь смех? Да как откуда? Ну, блюдо поливают, потом поджигают! Да ты что делать? Звони пожарным! Вот еще! Да пол кухни гори! Послушай, Вера, иногда в моей жизни наступают такие моменты, когда надо брать все и валить. Это один из них? Ты, как всегда, права. Thing,
Адское пламя. Никто не узнает, что это мы, там же все в наших отпечатках. Отпечатки – это органика. А под жировой след при любом повышении температуры сам плавится. Классно, что я криминалистику не прогуливал, да? Валим скорее, а? Блин, вон они. Со служебного зайдем. Минус, рубай тут один файл. Аленка, быстрее, пожалуйста. Да, хорошо. В этом безумном мире одному никак, но куда обиднее, сев на риф тонуть у маяка. В моем шкафу столько скелетов, что лучше не открывать его. Ты мой внутренний голос, мне бы слушать и внимательно. Но я опять делаю все наперекор. Давно бы якорь бросить, но где-то ждут сотни берегов. И я в очередной раз, убегая от себя, тебя теряю. Солнца давно нет, но я продолжаю играть тенями. Как мне исправить все, как раны залатать сети? Ты мой пятый элемент, земля, пламя, вода, ветер. Ты вплетена в мою судьбу, ты и есть она. Между нами не тонкая нить, отнюдь здесь канат. Дай мне последний шанс, и я не подведу, верь. Прошлое тянет вниз, но с тобой я иду вверх. И я спокойно улыбнусь, когда опустят занавес, зная, что со мной была та самая. Та, которая будет всегда со мной. Рука в руке. Нормальный чувак, прям порадовал меня сегодня. Только знаешь, какое-то ощущение лажевное все равно не уходит. Да прекрати, у тебя все время какие-то проблемы, и поэтому тебе просто кажется. Тогда посмотри прямо в глаза мне и скажи, что ничего плохого не было сегодня. Нет, не надо. Забей. Копаться в причинах такого счастья — просто не уважать судьбу. Согласен. То есть все-таки что-то было? Твой сильный на сердце, это необъяснимо, но мне без тебя финиш край. Я давно переступил эту черту, финиш край. Я сломаю себя, но больше не буду таким. Твои глаза... Измайлов, слушай, а можно мы тоже побухаем? Ну, просто стресса было много сегодня. Владимир Сергеевич прав, нужно принять лекарство. Да. Да, конечно, идите. Спасибо. Спасибо. Измайлов, слушай, ну ты... Ну, извини меня, я не хотел. Да ладно, Володь. Все хорошо, что хорошо кончается. Ну, как сказать «хорошо»? Дело-то мы не сделали. Все, иди пей, давай. Ну, может, и с нами, так сказать... Сейчас подойду. Давай, иди. Елисеев! Штрафную мне! Чего не со всеми? Крис, мы ведь не потеряем друг друга, да? Я старался. Видишь, как оно все. Я хотел дать тебе то, что дать, видимо, не мог. Я поговорила с Аленой. И знаешь, пока говорила,
сама думала. Она с тобой. Знаешь, Клиш, хочешь по-честному, что я думаю? Член у меня маловат. Да. Помимо этого. В смысле? Ты серьезно? Он вообще-то нормальный, я его даже измерял. Он гораздо больше, чем среднестатистический, понимаешь? Ну, мы видели побольше. Крис! Главное не размер волшебной палочки, а умение волшебника вообще-то. Я прикалываюсь. И все классно. Я не обрыв. Я знаю, что подумала. Если бы ты любил меня как женщину, так как любишь Алену, если бы любил бы нас обеих, такое тоже бывает, и выбрал бы меня, это было бы намного меньше. Чем то, что ты сделал на самом деле. Ты наступил на свои чувства. Ради того, чтобы вытащить меня. Из грязи, по сути, что уж там. Хочешь знать, что думает бывшая проститутка о любви? Хочешь. Любовь — это когда? Ставишь интересы другого человека выше своих. Ты это сделал. Для меня никто никогда этого не делал. Это любовь, я это знаю. Да, не та. И как к женщине, как к человеку. Для меня это очень дорого. Если бы ты знал, насколько. Знаешь, я часто думаю, ну что важнее, любовь как к человеку или любовь как к женщине. И прихожу к выводу, что важнее и ценнее, как к человеку. Спасибо. А можно свет врубить? Кто? Во, отлично. Слушайте, да тихо ты. Слушайте, давайте сделаем общую фотку старой банды. Давайте, ну, давайте все наши встаем, встаем. А можно вас попросить немножко отодвинуться? Спасибо вам большое. Давайте, давайте, давайте. Миленьких, центр. Мухи, ну куда ты пропал? Иди сюда, быстрее, бегом! Быстрее, ну, вон, садись! Я не буду спрашивать, где ты купил этот костюм. Не хочу знать. Муха, что от тебя штыком-то пахнет? Ты костер, что ли, жёг, а? Долго объяснять.
Ну что, давайте, улыбаемся и машем. Сиськи! Не смешно. Придумай чем-нибудь новенькое. А, хорошо, тогда... соски! Приняем. Сиськи без сосков! Гриш, спасибо. Это лучшая свадьба, что я видела. А я была на свадьбе, где пела Иглесиас. А я был на свадьбе, где Иглесиас стриптиз танцевал, ясно? У нас лучше были. Вот так вот, да? Я тебе давно говорил, просто ты как-то не хотел меня слушать. Ну, зайдешь? Чайку попить? Ну, давай чайку попить. Пойдем. Роман Андреевич. Виноват. Виноват. Наверное. Или нет? Отморозок. Кто? Ну, не я же. Я что? Я тебе что говорил? Что? Я тебе говорил аккуратнее, деликатнее. А ты что сделал? А я что сделал? А ты спалил этот ресторан нахер. Да? Да. 300 квадратов. Выгорели к херам. Поздравляю, полковник Яковлев. Вы конченый псих. Служу России. Барвиха-то. А, это, у Гудковой нашли килограмм спайса в кабинете. А, вон оно, что с ней. Уволили? Нет, вернули на старую должность. Однако тебе начальника давать пока рано. Судя по всему, у тебя с психикой не все в порядке. Нормальные люди-то ресторан не сжигают. Роман, тихо, что? Разной. Я Христом Богом вас прошу! Все. Христом Богом вас прошу! Не надо, успокойся. Пожалуйста, я очень хочу Барвинку. Уймись. Мы вернем тебе старую должность на Чапиров. О, спасибо. Все, перестань, Володь, все. Спасибо, дорогой мой. Кто будет начальником, будет известно в течение 2 месяцев. А пока поставили временного. У него там хорошие завязки в руководстве. Ну, я думаю, что вы с ним сработаетесь. Конечно. Конечно, Роман Андреевич, родной мой, дорогой мой человек. Конечно, сработаемся, я уверен. Я тебе представлю. Все, спасибо. Товарищ майор, зайдите. Прошу любить и жаловать. Исполняющий обязанности начальника ОМВД Барвиха Северная, майор полиции Измайлов. Ну, я думаю, вы с ним знакомы. Одну секундочку, господа. Успокойся, Володя! Володя! Сука!
Батю Ленин совсем усох. Он разложился на плесени, на липовый мед. А перестройка все идет и идет по плану. А вся грязь превратилась в голый лед. И все идет по плану. Love.